Ульяновские писатели и поэты присоединились к международной онлайн-выставке «Город как рабочее место писателя». Идея экспозиции облетела весь мир и собрала более сотни фотографий. Творцы из литературных городов ЮНЕСКО рассказали о своих источниках вдохновения. Идея выставки родилась в начале года. Руководителям программы «Ульяновск. Город. Литературы ЮНЕСКО» потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать этот творческий фотоальбом. 100 снимков из 39 литературных городов мира в онлайн-формате. Каждого писателя попросили дополнить фотографию истории. Одним для творчества необходимо уединение, к другим вдохновение приходит в гуще событий. Я писатель и путешественник, очень люблю шумные места. Здесь можно услышать много интересного. Одно из мест, которые помогают мне писать, это центральный железнодорожный вокзал Милана. Как-то я написал рассказ, который начинается с услышанного здесь диалога. Это мое любимое место для работы над текстами, творческое и успокаивающее. Я вижу птиц и жизнь в саду. С тех пор, как я здесь пишу, чувствую, как энергия природы все больше и больше просачивается в мои тексты. Они не такие урбанистические, как раньше. Инструменты для работы тоже разные. К поэту Саенту Салинен из Финляндии идеи приходят за вязанием. Писательница из Южной Кореи Пак Кёни не могла работать без словаря и исторического справочника. А у переводчика Марка Вингрейва из Австралии благодаря текстам рождаются идеи для абстракции. Поэтому под рукой всегда копировальная бумага и масляные краски. Наш проект помогает глубже понять отношения писателей с городом и позволяет авторам разных стран больше узнать о работе друг друга. Также выставка дает возможность изучить, как сегодня меняются рабочие условия писателей. Если одни по традиции трудятся дома, за столом или в кафе, то другие делают наброски стихотворений прямо на смартфоне или ищут уединение в писательской резиденции. Рабочее место ульяновского поэта Данила Ноздрякова всегда под рукой. Нужно лишь достать телефон из кармана, и в памяти гаджета появляется новая заметка. В любом месте – дома или на работе. Главное – оперативность. После долгого редактирования у стихотворений появляется книжный переплет. В этом году у поэта вышел дебютный сборник «Поволжская детская республика». Я считаю, что для пишущего человека рабочее место – это там, где ему удобнее всего работать. Притом место – это не обязательно какое-то именно помещение или пространство. Почему еще я упомянул, что вот такой вот девайс? Ну, потому что мне очень нравится, когда текст уже изначально выглядит красивым, гармоничным и структурированным. То есть, соответственно, почерки-то у нас у всех не очень хорошие. И поэтому, когда на бумажке это все выглядит зачеркнуто, много всего. А вот здесь вот в телефоне, здесь все сразу понятно, четко. Адрес сайта онлайн-выставки указан на экране. Для удобства тексты писателей представлены на двух языках – английском и русском. А еще выставка – это хорошая возможность составить список книг, которые однозначно заслуживают нашего внимания. Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.